сборище талантов, насыщенных будней, безудержных эмоций и нескончаемого общения. Театр для меня это всегда открытие. Это приятное удивление, которое испытываешь, открывая новые грани самого себя. 10 лет мы радуем зрителя своими постановками, спектаклями, театрализованными концертами. Галина Ивановна! Галина Ивановна! Женщина, что случилось? И даже не знаю, стоит ли вам рассказывать. Женечка, вы для начала студия дома, ну поправьте-ка чего-то. Галина Ивановна, я вас слушаю, да? Как же рассказать? Ну вот как есть, Евгений, так берите и рассказывайте. Вот вы утверждаете, Галина Ивановна, что ваш муж Леонид Петрович, скала, да? Скала? Ну, кремень сделал для новой рукавы. Так вот, ваша хваленая скала такую трещину дала. А вы не ревнуете? Ой, я? Люм, соседний триф. Своих не ревнуем женщин. Тем более они не обнимают. Они лечатся. Вот так вот. Ой, а вот это выходу. Ой, извините. Я не стус. Чё, опять приступ будет я выглядеть? Какой приступ? Ты соберись, Люня. Я женщине все рассказал. Что каждую весну у нее приступ, и только ты, когда обнимаешь, можешь ее увеличить умочком. Ах, вот оно что! Молодец, что ты все правильно понимаешь. Разрешите доложить коротко и просто. Я большой охотник жить, лето 90. А война, про все забудь, и пенять не вправе. Собирался в дальний путь, дан приказ отставить. Грянул год, пришел черед, нынче мы в ответе. За Россию, за народ и за все. Сегодня мы отмечаем такой промежуточный юбилей возрожденного театра при Доме офицеров, театр-студия. Дом офицеров Забайкальского края ровно 10 лет назад возобновила свою работу. История
начинается с 1934 года, когда при Читинском доме Красной Армии был создан самодеятельный театр, который первым в 1957 году, первым в вооруженных силах Советского Союза, получил почетное звание народное. Как уже все давным-давно знают, театр – это дело коллективное. И я считаю, что одно из главных, как сказать, в работе – это вот коллектив, в котором ты работаешь. И я безмерно благодарна театру-студии Дома офицеров Забайкальского края, каждому, Батору Чинедоржиеву, Ане Чередниченко, Григорию Фомину, Татьяне Касьяновой, за то, что они есть в этом коллективе, за их любовь, за их неравнодушие к тому, что они делают в своей работе.